Ребят, всем привет! В этом видеоролике я вам хочу показать, как сделать контурное освещение на Android в программе Ibis Paint. Ну, не буду затягивать и не будет много воды, это будет больше как спидак, но если вы хотите подробное видео, пишите в комментариях, и я его сделаю. Ну, желаю всем приятного просмотра, и я приступаю. Ребят, надеюсь, вам понравился итог и хочу вас попросить, пишите, на что снять обучалку в следующем видеоролике. Обязательно все посмотрю и самый лучший я выберу и сделаю на это обучалку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока-пока.